В общем, вот, летая на вертолете, нашли базу читеров за горой, нашли вертолет, разбитый, без топлива. Нашли два танка, один наш, один вот этот товарищ, где мой танк? Да, писал один уже в чат, где наш танк. Я просто включил запись. Я понимаю, что ты все это комментируешь. Это для истории. И, в общем-то, это будет мой первый полет на вертолете в Дейзи. Я летал в редакторе, он сейчас будет летать на практике. Заложись. Сидя, я жду тебя за столиком. Ну давай, летай немножко, я летаю. Я взлетел. Почему у них на этой базе не было, опытного транспорта? Не знаю, но им придется переехать до ближайшего города на своем тракторе. Ну, у них еще есть два квадрика. Так, слушай, я плавненько туда, на нашу базу. Точнее, на наше место, точку заправки нашу. Это пока не на базу. Ну, можно там будет палатку поставить, если найдем. Прям там? Окей. В сторонке. Не прям там, но... Ну, в лесу, там рядом есть, мне место где-то. Леса там есть. Давай сейчас ко мне. Я в полпути уже пролетел, 1.3 мне. Какие-то эти самые, да, пролаги пошли. Скорость сбросил. Почти. Блин, пролаги такие страшные, что я не знаю, где я сейчас. С небольшим таким гаражиком на тебя выйду. Не убились. От меня один уже убил самолет. Я постараюсь. Этого не делать. Этого не допустить. Да. Так, hover off. Точнее, hover on. И по чуть-чуть к тебе подлетаю. Хотя, может, все-таки здесь позвонить уже. Да как хочешь. Ну, чтобы далеко не бегать, я буду все-таки ближе посмотреть. Там есть небольшой уклончик, дальше вперед не лети. Думаешь? Ну, чтобы не бегать сюда так долго, нам-то это заправлять больше нужно будет. Угу. Но там уклон. Ладно, все. Ой-ой-ой. Не поломал? Нет, не поломал. Слишком резко дернул вниз. Угу. Ура! Первый полет пошел удачно. Тогда нужно делать запись. Так, я с зависанием подлетел. Подлетел? Я его подключаю, да. Когда? Полетел. Вперед. Я буду ведомым. Слушай, может быть, просто для понта пролетим над побережьем, а? Ну давай, ладно, давай. Я в своем месте немножко опустился, иначе понта не оценят. Вообще, прилетит, как рядом такие строят, знаешь? Да. Еще парадным строем, еще с дымами. Не с моим скиллом сейчас как бы вот пристраиваться, типа, там близко не хочу подходить. Мало ли, знаешь. У нас сейчас скоро будет вираж влево, и... Нужно будет как-то его выполнять, понимаешь? Поэтому стоп. Я тебя вперед пропускаю, поэтому. А сколько еще до виража? Чья? О, зеленая высота, как бы. Зеленый хребет. Зеленая гора. Да. Все гораздо банальнее. Хребет. Да. Нам тогда чуть правее брать. И выходит как раз на камеру. Вот, видишь, снова замигал. Ну, мы сейчас контролируем.
но он бесполезный, вечно не видит, куда мы летим на самом деле. Не, ну почему? Мы видим, что мы летим даже не на север, а на северо-восток. И сейчас выйдем над болотами. 150. А, да, мы над болотами выходим сейчас. Нужно было, все-таки нас влево унесло сильно, нужно было проверить. Да, вот болото. Вот полоса, она чистая, видишь? Да, вижу. Но хлама рядом с ней навалена изрядно. Да, так. Я тебя пропускаю. Снижайся маленько. Ты у меня сзади, я сейчас... Я у тебя сзади. Ну ты справа от меня, да. Проходи вперед. Чтобы я шел у тебя следом. Так, нормально? Ты надо мной прошел. Тобой, ладно. Окей. Нормально, я подожду. Сейчас просто маленького. Я пристроюсь. Нормально. У тебя прям отличное управление. Ну, у меня все плавненько. Главное не делать резких движений. Вот и все. Вот. Да, как и вести. Вот и все управление. Ну, это, конечно, сложно, то есть... А это черно. Сейчас будут вопли Эйхели, подвези. Ага. Pick me. Pick me up, pick me up. Пролетаем над прожаркой. Но внизу кукушки. Нет. Стоп снайпера. Да. Так он гадит. Ну, тогда надо гнездом лешего в таком случае. Согласен. Они же все в этих, блин. Хороший зеленый лаз, прям хороший. Наверное, наш. Я близко к тебе подошел. Я прям под тобой, не снижайся пока. Ладно. Гору не впади. Да, облетел. Какая у тебя скорость? 40? А, нет, 60. Скорость. 55. 70. А у меня 140. Понимаешь? Так, вот, все. Теперь 120. Я говорю, она очень быстро меняется. Ну да, поэтому все-таки, чтобы у нас была одинаковая скорость. Пригородки. Что-то никого нет вообще. Ни одного выстрела в нашу честь, понимаешь? Нашу честь. Знаешь, если бы я увидел два вертолета в воздухе, я бы, наверное, не стал. Ну, мало ли, блин, это серва, где куча техники. Я реально не удивлюсь, если за мной сейчас придет еще и третий вертолет. Увяжется молча, как этот чувак с топором. Ну, если там их двое, то нам будет очень плохо. Блин, чуть-чуть. Я даже тебя слышал. Я чуть тебя не влетел. Я видел, да. Вот, но не забывай, у нас еще есть замечательное оружие. Таран. Только не нужно так делать. Я ушел влево. Упадешь! Ничего страшного, нормально все. Сейчас немножко пролагивает. Нормально все. Я выхожу на пожарку, выхожу дальнюю. Арка, вижу пожарку, да. Я слышу, то ли танк, то ли туверт. Что-то большое и тяжелое тут катается. Если бы это танк, мы бы его видели? Я осматриваюсь. Есть танк? Да, есть танк, летит на пожарку. Ахихели. Он слышит вертолет. Да, а мы видим танк. Снижаемся? Не-не-не. А что он нам сделает, танк? Блин. Снижаемся к нему. Ты видишь его? Сейчас, ладно, я пытался ему написать что-нибудь. Он просит кровь. Никаких шансов. В электро я садиться не буду. Ну, так тогда почему что не в электро. А ты где есть? Правым бортом делаю вираж на том, закажу. То есть я пролетел уже к этому, к железнодорожной тестостанции за электро. Он там ходит, рядом с танком. А, вижу тебя, там подвис, да? Ага. Я справа от тебя сейчас. А, это зомби там ходит. А вот танк, да. Опа, нас кикнули. За что? Меня кикнули. За что? Меня тоже. Не знаю, за что. Вот, нормально.